Сейчас я вам покажу 7, 6, 5 этаж Мировилли. Это основные общие этажи. Такие вот возле каждого лифта находятся указатели, где написано, где ты находишься, где что на каком этаже находится. Вот, я вышел из лифта, и, соответственно, перед нами бар «Шампань» на 7 этаже. Вот, такие здесь вот, такой дизайн. Бары еще закрыты, конечно же, утро, всем не до бара. Долго все гуляют. Вот. Такие лифтовые холлы. Несколько лифтов. Вот. Туда у нас пойдет казино «Империал». И зал, где выступает цирк «Дю Солей». Вот, а здесь главная, основная достопримечательность лайнера – это променад, так называемый. Вот он на 3 этажа высотой. Вот это вот 5 этаж, там, где люди сидят. Вот это вот 6 этаж, там, где променад. И 7 этаж – это балкончик. Мы с вами на 7 этаже. Вот лестница с кристаллами Сваровски. Рояль с кристаллами Сваровски. Они идут. Вот, пойдемте, пройдемся по балкону, по 7 этажу. Это тоже относится к бару «Шампань». Лед, стульчики такие вот. Через лифт панорамный. Я вот пошел балкончик. Здесь в основном ресторанчики. Вот этот оранжевый ресторанчик специальный. Он не входит в основной пакет. Здесь можно или докупить, или покушать. Докупить пакет специальных ресторанов. Можно будет кушать сколько хочешь в любом из специальных ресторанов, либо просто прийти и по меню покушать, если вам не хватает основного ресторана или вам хочется просто себя побаловать чем-то другим. Это балкончик, на котором проходят, выступают ведущие. Здесь вот для этого променада. Вот так вот он выглядит. Сейчас мы в него зайдем. Это балкончик. Вот. Здесь вот все очень хорошо видно. Потолок сегодня вот в таком вот цвете. Там вот экскурсии продаются, потом есть экскурсии. Вот, а с этой стороны у нас вот так вот. За этими черными стеклами там TV-бар. Сейчас мы туда пойдем. Это еще один ресторанчик, паб. Сейчас утро, пусто. Вот так вот он выглядит. Вот так вот он выглядит. Очень солидно. Все это дерево. Вот диванчики так такие вот. Зона такие. Для компании. Человек на 6. Побольше диванчики. Вот. И здесь можно посидеть на балкончике. Вот, прошли мы с вами 100 метров променада. Вот, пришли в лифтовой холл. Пришли мы с вами в лифтовой холл. Вот, прежде чем спуститься, давайте еще зайдем. Здесь видеобар. Здесь видеобар. Это я. Это меня. Open Roses. Город Пенза. Здесь вот, скорее всего, уже собираются те, кто сходит с корабля сегодня в Генуе. Каждый день кто-то заходит, кто-то сходит. И они собирают свои вещи, освобождают каюты и идут здесь
ожидает, когда начнется выход из корабля. Здесь вот стены, проходят всякие разные. Здесь караоке очень часто по вечерам поет. Вот, ну, выступают всякие гитаристы, скрипачи и так далее. Это у нас с вами 7-й этаж. Этаж, вот он, там балкончик. Здесь мы с вами уже были. И с этой стороны что у нас? Столик. Зелень. Зелень настоящая. Зелень настоящая. Так, а здесь у нас Butcher's Cut. Еще один ресторанчик. Он закрыт сейчас. Вот так вот он выглядит. Ничего такого. Симпатично. А, с бутылками. Хорошо, бутылками вина на стене. Вот, и опять с вами мы пришли в шампань-бар. На этом наша экскурсия по 7-му этажу закончилась.